Всем привет, милые друзья! У нас сегодня новое блюдо. Это отбивная свиная. Для этого необходимо 0,5 кг. Мы сделали биточки. У нас получилось 5 штучек. Хорошие биточки. Теперь нам необходимо 4 огурца. Специи, соль, перец, приправа. И в нашем случае еще необходимо 3 больших луковицы, примерно 120 грамм. Мы порезали мелко и пожарили на сковородке в растительном масле. Для этого необходимо еще в конце сырок. Сейчас мы солим, перчим. Первый этап. Второй этап мы жарим биточки. Третий этап я вам покажу. Итак, мы посолили с обеих сторон, поперчили и посыпали приправой. Приготовили яйцо куриное 3 штуки. Сейчас взбить. Порезали мелко огурец. Маринованный или квашеный, разницы нету. И мука. Поехали жарить. Итак, жарим. Биточки. Муки, яйца и на сковородку. Итак, свиная отбивная у нас уже вся пожарена. Формируем, да? Ложим огурчик. Видно, да? И лучок. Немножко посолили, поперчили. И ставим у нас вот так вот. Отправляем на противень. Отправляем в духовку на 15-20 минут на 180 градусов. Ожидаем. Итак, милые друзья, смотрите, что у нас получилось. Какая красота, какой аромат. Обалденная красота. Итак, что, будем пробовать? Снимать, да? Ну, конечно же, надо попробовать. Кто скажет, наготовила, наготовила, даже не попробовала. Прямо в рот. Божественная отбивнушечка. Рекомендую, ребята, попробуйте. Это просто божество. Итак, вы были на канале Екатерины. Екатерина вас порадовала новым блюдом. Ставим лайк, пишем комментарий, смотрим видео от А до Я. Нам приятного аппетита, вам всего доброго, пока-пока, до новых встреч!